дома. Вот ты целыми днями сидишь дома. Но неужели так сложно починить этот дурацкий кран? Юлечка, ты там покрути влево-вправо, там есть положение, когда не течет. Если ты не починишь этот кран, до конца жизни будешь искать удобное положение, в котором тебе не больно лежать. Юлешка, ну как я его починю? Мне даже выйти нельзя, прокладки купить. Вот! Я сама выйду, куплю. Не надо. Я в твой борщ лезу? Не лезу. И ты не лезь в мою сантехнику. Я тебя очень прошу. Купишь что-нибудь не то. А звонок когда починишь? Или мне в электрику тоже не лезть? Юлечка, у меня нету индикаторной отвертки, ты это прекрасно знаешь. Ага. Да, ты хочешь, меня током убило? Пожалуйста. Куда? А ну сидеть. А вдруг это кто-то из соседей? Забыл, что ты умер? Здравствуй, Юля. Да, здрасте. Ну ты как? Я хорошо. А, я, конечно, пытаюсь сделать вид, что все хорошо. Ну... Ну ты молодец, что держишься. Да-да-да. Молодец, потому что, ой, родители-то какая, кормильца потерять. Да, это очень большой удар для всех нас. Знаете, вот даже... Вот звонок некому починить. Да. У Романа Александровича руки золотые были. Просто золотые. Он же мне так помогал. Им было коньячку налью, ну, а он и кофеварку починит, и телевизор мне наладит. Главное, скромный ведь какой был. Мне вот ни слова про это не говорил. А Господь Бог лучших забирает, Юль. А я чего зашла-то? В магазин иду, тебе купить ничего не надо? А нет, ничего не нужно. Ты не стесняйся. Обращайся ко мне. Я рада помочь-то буду. Да. А я вам это самое коньячко за это налью. Подождите! Вы можете прокладки для крана купить? Мишут, если ты испортишь эту майку, у мамы на другую денег уже не будет. Да. Мишка, у меня отличная новость. Майку ты уже не испортишь, ее испортила мама. И она что-нибудь придумает. Варечка, поспи хоть немножечко. Ну дай маме поспать хоть немножко. Томочка, не слушай мамочку. Ты не Варечка, ты Томочка. Варечка, не слушай папочку. Ты будешь Томочкой только через мой тропочек. Эх, зря ты так. Тамара очень красивое имя. Да. Если тебе 45, кто вообще придумал называть девочку Тамара? Ну, мою маму так зовут. О, ну вот пазл сложился. А что плохого, чтобы назвать дочку в честь бабушки? Ничего. Но только если ее зовут не Тамара. Давай тогда просто называть ее Тамара Андреевна. Или чего уж там, Андреевна. Вик, имя должно что-то за собой нести. А ты просто выбрала красивое имя из книжки. Это имя из книжки красивых имен. И знаешь что? Тамары я в ней не нашла. Не поняла. Я на 5 минут в аптеку вышла. Мельников, это что такое? Сегодня, Юрушка, 9 дней, как я умер. Быстро ты забыла своего Рамулька. Рамулик, прячься. Чтобы не слышно ни единого звука. Короче, рот закрыт. Да. Делается. Здравствуй, Юль. Купила я прокладки для крана. Спасибо. Бутылочку венца принесла. Ага. А что за повод? Юль, 9 дней сегодня, как Роман Александрович от нас ушел. Мишка, смотри, как по-твоему я молодец? Здрасте. Здрасте. Анька Белоусова дома? Нет. Да ладно, Анька.
Я тебя почти сразу узнала. Почти богатый будешь. Да. О, слушай, прикольная маечка. Где ты такой купила? Сама сделала. Да ладно. Свет, ты что пришла? Я пришла отдать тебе деньги, которые ты одалживала мне на пистолет. Я тебе одалживала не на пистолет. И в два раза больше. Ну я же говорю, почти богатый будешь. Проходи. Я написала три разных имени, которые нравятся мне. И ты написал три разных имени, которые, скорее всего, мне не нравятся, но нравятся тебе. Раскрутим бутылочку, и на какое имя она укажет, так и назовем нашу паречку. Почему ты крутишь бутылку? А, наверное, стоило позвать твою маму. Вик, не начинай. Давай, моя родная, не подведи. И побеждает Варя. А знаешь почему? Потому что я Виктория, победительница. Я вижу. Ты даже не взглянула. Андрей, а там ничего интересного. Нет, по-моему, очень даже интересно. When marimba rhythms start to play. Ой, я три раза Варе написала. Ну, это потому что после беременности рассеянная. Это потому что я Андрей. Не проведешь. А вообще-то Андрей означает мужественный. Я знаю. Я вот сейчас подпила уже немножечко. Я тебе правду скажу. Зря ты, Юлька, со своим Романом Александровичем строго это была. Зря. Человек, он ведь по большому счету неплохой совсем был. Ну, некрасивый. Фу, хитрюга. Выгоду свою везде искал. Он же мне ни разу ничего даром-то не починил. Все только... пил. А с другой стороны, Юлька, а кто не пьет-то сейчас? Вот кто? Да, вот прощения бы просить, а уже не у кого. Попробуй, попробуй, я уверена. Он сейчас за нами наблюдает. Ой, вот целый день смс с соболезнованиями приходит. У меня когда дед помер, он же мне несколько дней после похорон мерещился повсюду, в каждом углу. Один раз даже разговаривал со мной. У меня тоже такое бывает. Привет от дедушки. Здравствуйте. А где папа? Ты что, не сказала, что ли, еще? Не могу никак подобрать подходящие слова. Ну, что-то засиделась, наверное, да? Да. До свидания. Рома, а? Можешь идти в туалет, она ушла. Да ты знаешь, Юля, как перехотел уже. Так. Сколько времени у тебя ушло, чтобы сделать эту майку? Ну, где-то полчаса. То есть, получается, если 4 майки, то это около 2 часов. Ну, отлично. Тогда завтра назначаем встречу. Какую встречу? С покупательницами. Короче, я сейчас торчу на одном женском форуме и скинула туда фотку твоей майки. И уже 4 предзаказа. И даже деньги на карточку уже перевели. А ты меня не хотела спросить? О чем? Нужны ли тебе деньги? Я и так вижу, что ты пирожное на 6 частей поделила. Завтра встречаемся в нашем шоуруме. Ну, у тебя на квартире. Я куплю обычные майки. Ты из них сделаешь креативные и красивые. Все, до завтра. А что? Мы все равно ничего не теряем.
Тамара, пора пить таблетки. Варя, еще раз назовешь ее Тамарой, и тебе уже никакие таблетки не помогут. Варя! Да когда вы уже наконец определитесь с моим именем? Так же невозможно жить! Мне 25 лет, у меня даже паспорта нет. Я так больше не могу. Знаешь, я долго думала. Наверное, ты был прав. Имя должно что-то значить. В общем, вот. Ты предлагаешь взятку, чтобы я согласился на имя Варя? Ты предлагаешь назвать ребенка имя? Нет. Я предлагаю назвать ребенка так, как ты этого захочешь. Ну, считай, что это мой подарок на твой день рождения. Ну, он еще не скоро. Ну, зато мне теперь не нужно думать, что подарить. А в чем подвох? Это какая-то твоя очередная афера? Нет, никакого подвоха. Просто мне неудобно за вчерашнее. К тому же я считаю, что ребенок должен расти в любви, заботе и с паспортом. Не бери в голову. Сделаем вид, что нас дома нет, а? Можно? Ром. Ладно, если что, я в детской. Угу. Юлечка, здравствуй, моя дорогая. Сразу извиниться хочу за вчерашнее. Наболтала лишнего. Особенно про Романа Александровича. Не пить-то вообще нельзя. Да вроде все по делу сказали. Заходи. Вот, знакомься. Это мой брат Гена. Мой. Здравствуйте. Ну, ты же говорила, что тяжело без мужчины в доме. Вот, Гена, он и поможет. Он и прокладки на кран поставит, и звонок починит, да? Да, да, конечно. А у меня нет индикаторной отвертки. А зачем индикаторная отвертка? А это же где? Ой, это на море. Счастливое было время. А Рома где? А мы с Ромочкой даже еще не познакомились. Я ничего такого не говорю, потому что очень рано. Генка мой мужик хороший, рукастый, с башкой на плечах. Ты просто присмотри. Ген, как ты там? Готово. Принимайте работу. Ой, эта самая картина там упала. Плохо повесила. Я могу помочь. Не надо, Геночка. Спасибо вам. Вы и так за сегодня сделали намного больше, чем многим удается сделать за всю жизнь. Юля, обещай, что подумаешь над моими словами. Я только об этом и буду думать. До свидания, Геночка. Ты был бы живой, я бы морду начистил этому Гене. Ну что такое, 40 дней не прошло, он же у меня дома тут хозяйничает. А хоть кто-то, Рамулик. Ну? А что, может быть, у нас с Геннадием что-нибудь и получилось? Ты ж нормальный мужик, у него руки откуда нужно, из плеч растут. А ты даже не можешь полчаса спокойно, тихо посидеть в комнате. Понимаешь, я не могу, Юлечка, не могу, когда чужак на моей территории тут, туда-сюда. 100 лет кран этот делал, 100 лет там работа на 5 минут. Нет, надо с соседями с этим заканчивать уже. О, ты знаешь, за это даже можно и выпить. За что? За то, что я первый раз слышу от тебя здравую мысль. Слушай, даже не думала, что кому-то может понравиться то, что я делаю. То, что мы и делаем. Я, пожалуй, возьму это. О, отличный выбор. С вас... 200. Ой, у меня нет сдачи. А, ничего, это без сдачи. Берите. Мне Света все про вас рассказала. Все? Это я еще вам здесь сотую часть этого кошмара не успела рассказать. А что рассказала? Ну что, бывший муж не платит вам алименты? Что оставил вас одну с грудным ребенком на руках из-за каких-то
20 лишних килограмм. Mm-hmm. Еще он ее избивал и на всю ночь зимой на балконе закрывал, бедняжка. Поэтому вы не стесняйтесь. Берите, они вам сейчас нужны. Да, да. Спасибо. До свидания. Да. Ты больная? А что? Это все для улучшения продаж. У несчастной брошенной мамочки с большей вероятностью что-то купит. Кстати, этому я научилась на курсах повышения продаж. Mm-hmm. Опа! Только что пришел заказ на 20 маечек производства Анетта. Ну, Аня, Света, Анетта. Ну, ладно. Над названием я еще подумаю. Свет только без вранья, да? Естественно. Свет. Ань. Интересно, какие ты имена написал? Ну, это понятно. А вот это непонятно. Понятно. Спасибо вам большое, Регина Тимофеевна, что пришли. Вы знаете, на меня что-то нахлынуло после этих фотографий. Дети у бабушки, и мне в квартире одной как-то не по себе. А я и сама заметила. Как приду к тебе, так и полегче тебе вроде, да? Полегче, полегче. Я сейчас чайник поставлю. Ага. А вы правы были. Я постоянно чувствую присутствие Романа в квартире. Да. Мне кажется, сейчас дверь откроется, и он войдет. Такой, знаете, веселый, жизнерадостный. В этой своей футболке, надетой задом наперед. Не бойтесь. Сквозняк, наверное, просто. Вы не волнуйтесь, это просто много электроприборов работают. Ага. Это хорошо, что на такой случай свечи дома есть. Вот. Я сейчас на площадку выйду, пробки проверю. А вы одна пока посидите. Юль, ты? Ну что, призрак оперы? Твой выход. Только смотри, не перегибай. Я все сделаю тихо, ты ее больше не увидишь. Ром, я уточняю. Мы договорились ее только напугать, а не доводить до инфаркта. Да я помню. Кто здесь? Добрейший вам вечерочек, Регина Тимофеевна. И вам не хватит, Роман Александрович. Это лишнее. Вот пришел сказать вам спасибо за то, что приглядели за Юлей. Спасибо за теплые слова в мой адрес. Только не нужно к нам больше ходить. Это не будет боли. Не нужно. Юлечка от этого только лишний раз обо мне вспоминает и расстраивается. Я как лучше хотела. Я знаю, знаю. Я же все это время наблюдал за вами. Не надо больше к нам ходить. И Гена тоже пускай не приходит больше. Вы же не хотите, чтобы я позвал вас за собой, правда? Регина Тимофеевна, миленькая, что с вами случилось? Да, нехорошо как-то мне стало. Ой. Пойду-ка я, Юль, домой. Да. Когда вас в гости ждать снова? Не будем загадывать. Ой! Ну, что говорят критики, как прошел мой дебют? Говорят, не очень. Да. Половина зрителей ушла. А. Вот. Если не секрет, зачем вам так много маечек? Да не секрет. Хочу купить у вас подешевле, а потом продать подороже.
Да шучу я. Что, это подарки для моих знакомых мамочек. На год вперед, чтобы потом голову не ломать. Так, вы, пожалуйста, пересчитайте, все ли верно. Все верно, спасибо большое. Обращайтесь, если что. Я с удовольствием. Пожалуйста, покажите мне ваши документы. В смысле? В прямом смысле. Вы же только что сказали. Обращайтесь, если что. Если что, наступило. Отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Покажите мне, пожалуйста, ваши документы и лицензию на право осуществления коммерческой деятельности. Я поняла, вы снова шутите. Нет, я не шучу. У вас в соцсети на странице указано, что у вас есть эта лицензия. Пожалуйста, ну покажите мне эту лицензию. Света! Я поняла. На первый раз отделаемся штрафом. Будут повторные нарушения. Будем привлекать к уголовной ответственности. Может, на первый раз вы простите? Вы понимаете, я честно не знала. Меня муж бросил с грудным ребенком и... Алимент не платит. Я вообще не помню, когда он последний раз появлялся. Бил меня ночью на балконе зимой закрывал. Ладно, все, хорошо. Я на первый раз вас прощаю. Только, пожалуйста, не трубите на весь интернет, что у вас нелегальная торговля, еще и налоги вы не платите. Спасибо, никогда больше такого не повторится. Да. Правда. Привет. А чего вы еще не собраны? Мы же договорились, что я Мишку забираю к себе на выходные. Прости. Я, кстати, зарплату получил. Говори, сколько вам нужно. Я могу точно сказать, сколько нужно. Негодяй, подлец, обманщик, сволочь, мерзавец, лгун. У тебя все? Нет, дрянь, прощелыга, проходимец, гадина, лгун. Лгун уже был. Дважды лгун, даже трижды, три раза одно и то же имя написал, как ты мог. Извини. Тебе надо извиняться перед Тамарой. За то, что она теперь Тамара. Я так расчувствовался после твоих слов утром, что просто не смог назвать ее по-другому. Ань, прости меня, пожалуйста, что я убежала. Я тебе клянусь, это было не в первый, но в последний раз. Я на тебя совсем не обижаюсь. Тем более, если бы не ты, я бы не стала заниматься тем, что мне действительно нравится. А я, кстати, нам классное название придумала. Только не говори, что это наподобие Светлана. Можем вместе подумать. Варвара Андреевна, по-моему, ей очень идет. Мне тоже нравится. И меня полностью устраивает тот факт, что ты дала ей имя. Я дал ей имущество. Вот только как теперь об этом моей маме сказать? Нет, ну если бы все люди, которых я пугал до смерти, давали мне за это 5 РФ, я мог бы купить целую гору шоколада. Ведь я самый лучший в мире привидение с мотором. Не перегибай, привидение. Сказал Карлосон. И глаза его весело заблестели. Рома, а что с цветком? She's got it all. She's got it all. See?